Доброе утро! Если вы ищете домашнего питомца, то, возможно, сейчас мы покажем вам того, кто вам нужен. А представит этого пушистого, очаровательного зверя Марина Шерифуллина, руководитель благотворительного фонда помощи бездомным животным. Доброе утро, Марина! Доброе утро! Доброе утро, Марина! Рассказывайте, пожалуйста, кто сегодня с вами, историю? Это собака Лапа. Нам ее в марте месяце привел дедушка, потому что он в годах заболел и не может ухаживать за собакой. То есть вот он нашел силы в себе отдать. Ну, не может. Понятно. По возрасту, по болезни. А вот Лапушке нас... сколько лет? Лапушке всего 1.5 года. Так и щенок, можно сказать. Да, то есть она еще такая у нас очень слишком активная. Вырастет ли она больше? Нет, она такой останется. То есть это небольшая собачка. Но это друг, это не охранник, это просто друг, член семьи. Потому что она не лает на других, она всех любит. Ага. И обожает. А привита ли она? Все ли... Всегда. Наши собаки все привиты, стерилизованы. Мы никогда не отдаем непривитых, не стерилизованных. То есть характер у нее именно такой, игривый. Ребенок ребенком? Ребенок член семьи, то есть друг семьи, не более. В какую семью она больше всего подойдет? В квартиру с детьми, потому что детей она просто обожает. И кошек тоже очень любит. А есть какие-то особенности, может быть, в уходе? Да нет, не в уходе никаких особенностей, как обыкновенная собака. Вовремя выгуливать, отлично. Любить, холить, лелеять, только и всего. В еде какие есть нюансы? Ну, мы держим на готовых сухих кормах. То есть, ну, она ест все, всеядность. Ну, просто идеальный вариант, я считаю, для тех, кто подыскивает собачку. В квартиру самое то, небольшая. Небольшая. Игривая, ласковая, по-моему, прекрасный вариант. И занимает очень мало места. Да, это точно. Спать любит где? На кровати, либо у нее собственная есть... На кровати с мамой. То есть, ждать все-таки... Ну, она берет свою подстилочку. Да ладно, вот... Сама берет, специально обученная собачка. Все делает сама. Да, и просыпаться, ты понимаешь, будешь вместе с мужем и вот с такой собакой. Если вам захотелось связаться с Мариной, узнать какие-то, быть может, подробности про Лапу, встретиться с ней, познакомиться лично, то контактный телефон 8-922-609-97-74 увидите на экране, сфотографируйте, либо запишите и звоните Марине. Если вы хотите забрать не только эту собаку, но кого-нибудь другого, да, звоните по номеру телефона, который мы только что сказали, задавайте вопросы Марине. Сколько у вас, Марин, еще есть собак в... 600. В фонде сейчас на балансе около 600 собак. Так что у нас есть маленькие, большие, толстые, худенькие, огромные. Приходите, выбирайте любую. Кстати, благодаря вашей передаче у нас вчера уехал Бантик, трехлапый пес, который был 3 недели назад. Он обрел дом. Люди увидели в утреннем экспрессе, приехали и взяли дом. Да. То есть семья очень хорошая, двое детей. Здорово. Бантик у нас вчера обрел дом, благодаря вам. Замечательно. Вот ваша эта огромная семья, как обязанности распределяются? Кто ухаживает за этим огромным количеством собак? Волонтеры, работники. Ну, приходится нанимать работников, потому что собакой нужно идти гулять, ухаживать, кормить, убирать. Поэтому, ну и плюс команда волонтеров. За что им огромное спасибо. Это огромнейшее, потому что так бы не справились. Вас мы также благодарим, Лапа. Мы тебе желаем, чтобы добрести... Скорее найди себе хозяина хорошего. Вот, да. А, умничка. Она говорит, пожалуйста, скорее забирайте меня. Поудобнее устроилась? Тогда давай посмотрим с тобой и с вами, дорогие друзья, культ-обзор.